ТВ и радио на Патриаршей при поддержке администрации Йошкар-Олы представляют. 6 августа. День города. Грандиозное шоу на Патриаршей площади. Специальный гость из Италии Валерио Сгарджи. Супермодные диджеи Магнит и Слайдер. Пятый фестиваль фейерверков. Большой праздничный салют. Генеральные партнеры ТНС Энерго Мариэл. Сбербанк. Сеть супермаркетов Спар. Ресторанный комплекс Гранд Шато. Большой переучет в аграрной сфере. В Мариэл, как и по всей России, свой экватор перешагнула сельскохозяйственная перепись. В ходе ее проведения в нашей республике 277 переписчиков посетят всех фермеров, садоводов, крестьян и даже часть горожан, проживающих в собственных домах. И соберут всю информацию от количества яблонь и кустов крыжовника до поголовья кур и поросят. Это делается для того, чтобы иметь ясную картину тех изменений, которые произошли в сельскохозяйственной сфере за 10 лет. Именно столько прошло с момента предыдущей переписи. У нас изменились отношения в том плане, что появилось больше предприятий малого бизнеса. С появлением этих структур, этих предприятий у нас статистика сельскохозяйственная, вообще статистика перешла на выборочную систему. И поэтому для того, чтобы получить там более конкретные и такие полные результаты, нам систематически вот раз в 10 лет нужно необходимо проводить такие вот мероприятия по сплошному как бы обследованию. Фронт работ переписчиков кажется огромным. Это более 100 тысяч личных и подсобных хозяйств, почти 800 фермерских, более 200 садоводческих и дачных объединений. Впрочем, как сообщает Мариэлстат, перепись идет без каких-либо проблем. Население переписывается охотно, и объем выполненного уже перевалил за экватор. По сельхозпредприятиям у нас 58%, 112 предприятий, 190 себя уже переписали, потому что у нас сельхозпредприятия, сельхозорганизации переписываются сами. По хозяйствам населения у нас переписано 81 тысяча, и 122 – это где-то в пределах 60%. Вот. По крестьянско-фермерским у нас немножко показатель пониже, там 56%, но это связано с тем, что они разбросаны очень сильно по территории, и пока всех объедешь, там перепишешь. Вот. А так, в общем-то, садоводческие некоммерческие объединения, из 5 тысяч мы 2900 уже переписали. Поэтому как бы, ну, сроки мы укладываемся. Хорошие сроки, спокойные. В рабочей обстановке работаем. Всероссийская сельскохозяйственная перепись завершится 15 августа. Но в Мариэлстате предупреждают, с 16 по 22 августа будет проводиться выборочный контрольный обход. Так что если ваш сад уже переписали, не удивляйтесь, если переписчики вернутся вновь.